Че, он не прилетит, что ли, больше? Когда? Ну, видимо, нет. А ты слышишь, когда ты к Максу едешь? На свой день рождения собираюсь. Вам нельзя на производстве. Тем более в горячем цеху, тем более на высоте. Раз. Раз. Просто меня в январе здесь не будет. Почему? Мне надо уехать. Когда Юра летит на самолете, меня тоже уши закладывает. Пап, мы пойдем с билетами скоро? С билетами, видимо, ничего не получится. В смысле? Может быть, ты приедешь в Норильск? А? Норильск? Да ну, блин, ну нафиг. Займи у кого-нибудь. У кого? На работе у кого-нибудь, у пацанов займи. Партнер постоянный? Что-то много сегодня. Я тебе сказала, отъебись от меня. Ключи! Ключи от квартиры. Я гнить буду в этом блядском Норильске. Ну что ты, как вообще? Свет. Ты сначала первое училище закончи, получи профессию, заработай стаж.